Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал, как проходит реставрация объекта культурного наследия – дома Захаровых в Петрозаводске. Здание перенесли в квартал исторической застройки. Сруб дома готов полностью. Его удалось сохранить на 80%. Бревна хорошо сохранились благодаря обшивке здания. А вот внутренняя часть оказалась утрачена при перестройке печей. Руководитель работ Алексей Чусов отметил, что историческое здание конца 19 века отреставрируют до конца этого года. Спасибо умельцам из архитектурно-реставрационного центра «Заонежье». Они подарили дому Захаровых вторую жизнь, написал Артур Парфенчиков.